Это узковатый вход. Или рюкзак большой. Всем привет, друзья! Пришел в землянку на несколько дней, думаю, поживем здесь пару суток. Есть работа, нужно заготовить чурок для будущих скульптур, пока положить их на просушку. Также найти грибочки, коряшки, там, короче, работы много, потом все увидите. Завтра, скорее всего, затопим баньку, сходим, попаримся. Сегодня и так работы хватает. Так что, ладно, сейчас печку затоплю. Посмотрим дальше. Печушку затопил. Кстати, дорогой сюда шел, видел какие-то следы крупные. Не знаю, на лисьи вроде не похожи. Кто разбирается, напишите. Обнаружил вот следы. Вот такого размера. Явно не лисы это. Собаки вроде здесь тоже. Одна собака, что ли, бегала. Но не знаю. С человеческих следов нету. Чуть ли не с мою руку. Варежки благополучно забыл дома. Как обычно, чего я не дозабуду. У нас в деревне там один мужик вот так сюда чурок на выставляет, наставит их, а потом уже колет. Одна осечка. Так, вот дровишек заготовил. На сегодняшний день точно хватит. Посмотрим, может, еще и на завтра. Потом попозже. Попозже еще попилю. Запечка хорошо, не жрет сильно. Дрова быстро. Попью чайку с ватрушечкой. И пойдем на заготовку. Бревешек. Настроение шикарное. Наконец-то в лесу. С ночевкой на несколько дней. Надеюсь, все по плану будет. Время 12 часов. Компания Империя Ножей прислала мне ножичек на тест и обзор. Потом посмотрим, протестируем. Как раз вовремя. Располки ходят. Неспокойное время. Лучше с ножичком сейчас ходить. Все равно хоть какая-то самооборона. Да и так в быту. А то у меня вот такой ножик из фикс прайса. Ничего не украли. А, аромат баньки. Шикарно. Пока ничего не украли. Это зимой здесь. Никто не ходит. Один раз только охотника какого-то видел. Все. Летом могут быть грибники какие-нибудь. Вот эту осину
будем пускать на изделие. Буду сейчас пилить чурки. Она неплохая, не гнилая, сухая уже. Немного посушить так. Вот столечко напилил, на первое время пойдет, сложим, будет сушиться. Напилил подлиннее, как концы у них потрескаются, потом отпиливать надо будет все равно. Вот так вот, бесплатный материал на наши будущие скульптурки. Птички чирикают, сегодня погодка хорошая. Ну вот так вот на первое время хватит. Сейчас подсушится и можно будет резать. Хотел выразить огромную благодарность Владимиру. Подарил он мне босяцкий такой подгон, набор резцов. Они больше подходят для скульптурной резьбы. У меня обычно, ну, все резцы в основном для геометрии, для плоскорельефной резьбы. Я такой занимался больше всего. Он решил мне сделать такой подарок. Скоро придут. 3 февраля вроде должны приехать. И будем резать скульптуры. Так, сейчас нам надо еще грибов найти. И коряги. Интересные такие. Для будущих тоже изделий. Вон там, вон вижу. Сейчас пойдем посмотрим. Вот этот заваленный валежник. На ней коряги такие интересные всякие. О, упал. Встаем. Вот это вот особенно. Вообще же шикарное. То, что надо. Потом увидите. Интересное изделие. Из нее. Показываю, какие тут дороги для тех, кто говорит, с волокушами проще ходить. Проще, но не везде. Будет собирать постоянно ходить. Стоять. Везде завалы, горы. Жовку, кстати, нашел старую. Вот здесь, в этом районе, где-то лисичка живет. Вот здесь, мне кажется, ее наслед. Залазил тут на бревешку. Посмотрю сейчас по следам. Не могу найти тот корень, под которым она жила. В тот раз я ходил весной, осенью вроде. Тоже где-то здесь проходил. Иду, иду, смотрю, лисичка сидит. На меня смотрит, я на нее смотрю. Посмотрели друг на друга, да, разошлись. Ладно, хрен с ней, пусть. Вон там он натоптано. Здесь все истоптано зверюшками. Но в основном козлячьи следы. Косуличьи. Это в этом районе она живет. Ладно. Хрен с ней. Тяжело, тяжело ходить. По этим сагробам. Все завалы все. Вон, видите, какие завалы. Печка ушла, наверное, прогорела. Идти, подкидывать. Ну все, принес. Сложил вот так вот, сушатся, лежат. Возле печки повыше сделал. Как-то они сухие, но все равно влагой на улице напитались, пока лежали. Посушиться можно будет. Уже резать как раз. Резцы приедут. Сейчас, наверное, полежу, отдохну. Потом еще на баньку
на завтрашнюю заготовить дровишек надо будет. В лесу время пролетает вообще махом. Пока то все, пока дровишки. Дровишки, конечно, времени тоже много занимают. Напилить, притащить. Еще приготовить что-то. Также еще грибы. Я же не нашел, за грибами надо сходить. Хотел сварить в котелке, но он где-то протекать начал. Ну, картошку этим ножичком резать, чистить можно. Только для теста открою сейчас банку. Конечно, потом я не буду так делать больше. Ножик буду беречь. Но, как говорят, что можно консерву даже открывать, и ничего ему не будет. Видно там, хоть скажут, потом открывашка открыл. Ну а как масло режет, конечно. Вам. Ни одного заусенца. Вот такой вот ножичек прислали мне. Компания Империя ножей. Рукоятка выполнена из черного граба, дерева. На заклепках цельнометаллические. Сталь АУС 8. Лучше не придумаешь для таких, для ножей, мне кажется. Также можно сделать гравировку на ваш вкус и цвет, как говорится. Нет, тут леши написали. Также чехольчик такой. Ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Переходите, смотрите, там огромный выбор. Всяких разных ножей, цены приемлемые. За такое качество, мне кажется, даже дешевые. Ну, сами видели, режет как масло. Сейчас еще по деревяшкам возьмем. Говорят, что нагрузок не боится. Сейчас проверим, не боится ли он. Ни капельки нигде ничего не замялось. Я взял еще для теста помидорку специально. Сейчас порежем помидорку, сможет он помидорку разрезать, нет? После металла и ударной нагрузки. Ну, вроде видно там. Вообще нормалек. Ничего ему не делается. Но я все равно, конечно, не буду металл долбить. Банки открывать. Отличный ножик. Так что могу даже порекомендовать. Насчет рекламы. Конечно, буду что-то рекламировать, чем буду вот пользоваться сам. Вот фонарик брал, сам пользуюсь этим фонариком. Конечно, мне прислали с какой-то батареей слабоватой. Его заряжаешь, а он быстро потом садится. Также печку прислали, вот печка мне нравится тоже.
Все, варится, поставил. Пушаночку потом еще побахнем. И нормально будет. Кстати, с производителем договорились, что если от меня кто-то перейдет и скажет, что от Лешего, то будет скидочка 15%. Думаю, неплохо. Не помешает. Так что посмотрим в будущем. Но пока что вообще замечательный ножик. Многие блогеры берут всю с подряд рекламу, им лишь бы деньги платили. Без разницы там, лохотрон, не лохотрон. Интересно зрителю, неинтересно, лишь бы деньги платили. Я как бы зрителя своего уважаю, считаю своим другом, поэтому всякую чепуху рекламировать не буду. То, что чем сам буду пользоваться, то и что не стыдно рекламировать, то буду брать на обзор, тест. В будущем, конечно, все буду рассказывать, если какие-то косяки вылезут. Рекламы много предлагают. Эти всякие карточки, так вы на других каналах увидите. Нафиг они нужны. У меня вон самая реклама. Всякие резные изделия буду больше рекламировать себя, свою работу. Так что вот такие дела. Мне надо, чтобы была вот такая вот ножка, отпилить здесь. А вот из и три ветки росло из одного места. Из этих трех веток будут три гриба. Женщина заказала. Бобр орудует. Он, походу, здесь живет. Не выскочит, надеюсь. Ага, попался. Вот ловушечку, значит, здесь поставил. Молодец. Выдал себя вот этим деревом. Ну все, вот нашел то, что искал. Вот такую вот трехветочную надо было мне. Здесь большой грибок, а здесь два маленьких. На чурочке. Само то. Бонусом еще. Доброе утро, друзья. Переночевал хорошо. Спальник вообще огонь. Во сколько? В 11 часов последний раз подкинул дрова. Наверное, часа в 2 уже печка полностью остыла. И я до утра даже не подкидывал. Сейчас утром встал, затопил. Чаю погрею на костре, быстрее будет, пока сейчас печка там нагреется. Кофейку сейчас с утра бабахнем. Да, баню затопить. Пусть нагревается. Спасибо еще раз большое за спальничек. Чудесное утро. В чудесном лесу. Время начала 11 уже. Шоколадочка сейчас, кофейку. О, хорошо. Но минус спальника — это то, что утром холодно. Вылазить, конечно. Зато выспался лучше. Ночью не вставал. Но с этой печкой, кстати, пореже вставать. Можно раз в 3 часа где-то примерно. Которая баня стоит, печка, с ней каждый час-полтора вставать. В избушке каждые 2 часа. Ну, такие вот. Это более такая экономная.
Ну все, баньку затопил. Попаримся сегодня опять. Не горящую фигню еще не купил. Вот так вот хорошенечко там все камешками обложил. Точно ничего не зашает больше. Кстати, там две куксы на заказ еще надо сделать будет. Скоро приедут. Куксы я сам, кружки куксы не делаю, потому что там нужно специальное дерево просушенное. Если из какого-нибудь вот такого сделаешь, валежника, ее потом порвет. Много случаев было таких. Люди покупают, потом их рвет. Поэтому я покупаю на Озоне, заказываю куксы, кружки. И уже на готовых вырезаю, чтобы точно уже 100% была уверенность, что ничего с ней не случится. Так что потом в телеграм-канале выложу фотографии. Человек заказал. Привет, если смотришь, кстати. Две куксы, кружку банную и нарды. После 10 февраля вроде хотел заказать. Так что если кто-то что-то хочет заказать, то на февраль, наверное, уже места нету на заказ. Ну а так, принимаются на следующий месяц уже. Ссылочки ВКонтакте, в Телеграме пишите, если кому-то что-то нужно. Нарежем. Ну и так в свободное время буду что-то вырезать. Цены, кстати, спросили, говорить сразу. Буду озвучивать. Секретов никаких нету. Цены недорогие. Никогда не залупляю цену. Вырезать дома и в лесу совсем разные ауры. Здесь намного интересненько как-то, с удовольствием такое режется. Дома как больше как работа, а здесь как отдых. Особенно летом прикольно будет. Взял досочку, резец, пошел, сел на пенечек. Солнышко светит, птички чирикают, все зелено, тепло, светло. Немножко стружки, немножко времени. Ну, не совсем немножко, полдня, конечно, прошло уже. Вот такой вот получился медведяй. Тут деревце, веточка отломилась, тут другую делал ветку. Ну, отломилась, отломилась. Получился сучок. Такой вот мишка. Там сзади елочки. Пойдет. Завтра домой приду еще. Заморю его. Морилочкой покрашу, покрою маслом. И, наверное, сейчас вставлю фотографию, как уже покрашено выглядит. Ну, цена 1500 пойдет. Думаю, нормально само то за полдня работы. Так что ладно, если что, ссылочки в описании. Вчера не доел. Думал, утром доем. Это чай, шоколадка. Потом резьбой занялся. Даже забыл, что поесть надо было. Сейчас пообедаю. Но больше варить сегодня ничего не буду. Там у меня есть еще каша, банка гречневая с мясом.
вечерком поем. Дровишки кончились. Надо напилить сходить еще. Сожрал уже. Прошлый приход в землянку, когда уходил уже, стоял, смотрел, вон там он, пенек такой есть. И у него как будто он мордочка сверху. Я думал, лиса или волк, что ли. И все такое, стою, смотрю, смотрю, еще кажется, как будто он шевелится. Как будто голова смотрит в мою сторону, там отворачивается. Все такое, ладно, взял лопату, пошел смотреть. Подхожу, а там такой пенек, просто у него отломилось неровно. И макушка, как будто уши звериные. Не знаю, почему он у меня шевелился. Ну, уже смеркалось, может, из этого. Вот так вот, когда сядешь, погрузишься в мысли и начинаешь обдумывать, что для жизни-то особо многого и не надо. Главное, чтобы была крыша над головой, какая-никакая. Да, на хлеб. И самое дорогое, это чтобы у родных и близких все было хорошо. Все были же живы, здоровы. Остальное вся ерунда. Ладно, пойдемте. Сходим, попаримся. Вода нагрелась. Баня тоже нагрелась. Сполоснемся. Как сполоснемся? Попаримся, да. Снежком. Ополоснемся. Да, отдыхать ложится. Освещение так, экономненько. Уже все аккумуляторы сели за 2 дня. Немного осталось зарядов. Выход с положения, чтобы можно было с полка сдавать. Сегодня само то была бы. Нагрелась вообще. Жесть. Ого! Что такая? Эх, баня, баня, баня. Ты русская маманя. Все банные процедуры завершил. Можно ложиться отдыхать. Сплю вот так в термобелье. Как заново родился.
Всем доброе утро, друзья. Вот и третий день нашей лесной жизни. Ночка прошла нормально. На улице также тепло, 10 градусов, наверное. Встал пораньше сегодня. Время 9 час. Сейчас буду собираться потихоньку до выходить. Отлично, отдохнули в этот раз. Целых 2 суток получилось. Шикарно. Еще бы остался даже. Ну ничего, скоро вернемся. Лепота. Заготовили материала. Самое главное было. Сейчас ждем резцы. И будем резать скульптурки. Ладно, друзья. Всем спасибо за просмотр. Счастья, здоровья. До новых встреч.